Доброе утро всем. Доброе утро, друзья. Доброе утро, гости. У меня все зеленеет, все растет. Скоро зацветут цветочки, подосборник. И пионы уже. Почки. Ну, еще маленькие они. Ну, скоро все зацветет. А тут белым-бело внизу. Пока пионы не выросли. Беленькие цветочки наслаждаются солнышком. Четыре кабачка растут и две тыковки. Вот они, вот одна тыква, ну, вторая. Сегодня надо там прополоть и высадить еще. Я купила сегодня цукини еще и высажу туда, рядом с тыквой. Вот купила еще 10 огурчиков. В теплицу посажу. И цукини 5 штук. Туда, где кабачки. Сегодня я заплатила 14 евро. Прошлое воскресенье я заплатила 12 евро. Там у меня было 4 цукини, 2 кабачка. И перцы. Четыре перца. Там было 12 евро. И в субботу. Закупки делала, я уже писала. Красные тюльпаны мои еще только начинают расцветать. Сегодня суббота. В четверг я приезжала и обстригла эти кусты. Но смотрю, еще не все. Еще несколько веток оставила сухих. Как-то не заметила. Холодно было очень. Спешила. Ну вот. И за сутки уже немножко, за день вчерашний, зелень появилась сильнее. А то он подмерз. Роза моя. Куст подмерз. Так что вот, порядок здесь навела. Кустик свежий стал, красивый. И пусть растет вверх. Он очень красиво цветет, эта роза.
Красота какая. Надо еще посадить здесь между георгинами. В прошлый раз подстригла все сухие ветки гортензии. И совсем иначе выглядит. Красиво уже разрастается. Эти кусты тоже привела в порядок. Сухие обрезала веточки. Этих два кустика. Ну а этот весь полностью обстригла. Не знаю, что будет, если только пойдет с корней. Жалко, конечно, что он замерз. Вот этот куст тоже. Цветы, видите, какие красивые были бы. Тоже замерз. А вот этот растет он, это вопрос. Так он мне не цвел, и ему уже 3 года. Мне говорили, что он зарастет везде и всюду. Все переломает, все заборы. Прям переломал. Он дорастал где-то 5 метров, но не цвел, не успевал. Красота. Крот опять у меня поработал хорошо. Конечно. Вырыл ямку еще одну. Здесь все заровняло. И перестал рыть. Зато здесь вырыл повторно. А здесь поработал от души. О! Я же говорю, как вот этот ров сделаю такой, то мне обязательно надо его выровнять. Сравняет с грядкой. Кошмар. Кустики мои, кустики растут. Подвязала я этот куст. А то он развалившись был вчера. Точнее, позавчера. Вот. Красиво цветут. Пчелки, пчелки, мало пчел.